устанавливаем стробоскоп. Чтобы выставить зажигание, надо метку выставить. Кручиваем кожух. Практически откручен. Можно, в принципе, просто надвинем. Сейчас мы ее маркером нанесем, чтобы видно было в лучах стробоскопа. Прибавляя газ, будем смотреть, как изменяется метка, то есть работа груди. Так, смотрим. Механическая часть распределителя зажигания. Сейчас я подсоединил вакуум автомата переключения зажигания. Веточку, которую установили, прям сверху ее попробую как бы снимить. Вот мы сделали рисочку. Это по стробоскопу было 5 градусов. По ездовому циклу вот эту веточку чуть-чуть трамблер сместили вперед. Вот туда, по часовой стрелке. Вот в таком положении работа двигателя улучшилась. Держим, куда мы идем. И так оставляем. То есть еще где-то добавили градуса 2, я так думаю. Опережение сейчас где-то порядка 7 градусов. Ну все, так и оставляем.